Наверное, вы не задумывались, почему в самолете синие кресла. Первое на ум приходит, что цвет ассоциируется с небом. Но нет, объяснение очень простое и логичное. В 1970-х годах авиаперевозчики стали устанавливать на борту самолета кресла красного цвета. Но позже они заметили, что такая обивка повысила степень агрессии пассажиров. Кресла синего цвета стали устанавливать в самолетах несколько десятков лет назад. И сейчас все авиакомпании придерживаются этой расцветки. Такое решение обусловлено тем, что у большинства людей синий цвет ассоциируется с безопасностью и надежностью. Что имеет большое значение не только для пассажиров, страдающих аэрофобией, но и для других пользователей этого вида транспорта. Так как полет на самолете непривычное дело для человека, в проходах укладывают ковровое покрытие. Но не для того, чтобы при падении смягчить удар, а чтобы у людей было ощущение комфорта и приближенности к домашней обстановке. Однако синей обивке кресел есть практическое объяснение. На материале этого цвета менее заметны пятна, потертости и грязь, и они смогут прослужить дольше сидений, обтянутых светлой тканью. Если говорить о материалах, то сиденья обивают искусственной тканью и кожей. Как правило, чтобы кожа могла дышать, авиакомпании используют для обивки ткань на дальние рейсы, а для коротких – кожу, так как она менее изнашивается, и напитки не оставляют на ней пятен. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.